объяснить, что приехали люди, готовятся к крещению, приходим в лагерь сам, который стал музеем комплексом для бедных лагерей. Идемте. Даже коровы где-то видно, уже скрылся, не видать. Там зеленый, конечно, индикатор, по идее, должен. Когда зеленый, это хорошо. Какое сегодня число? 5. Барабаш. Сегодня 5 июля 2019 года. 5-7. Приехали со всего мира, так скажем, я не знаю, с Германии, с Казахстана, с Ливии. С Ливана. Нет, для меня нет разницы. Ливия, Ливан. Все одно и то же. А запах какой? С Казани. Откуда еще? С Барнаула. Алматы. С Омска. Так, подожди, с Кемерово. Завтра приедет с Москвы брат Дмитрий. Все? Почему все? Ты снимай, да и ходи. Пока она не сядет. Ты главное Тихоныч, ну, его слова, вот что он рассказывает, Игнат Тихонович. Ну, это кто-то смотрит все равно трансляцию. И в записи смотрит. И с той стороны просто протяните вот сюда. Давай, и снизу еще одно. Помогите за тот конец, тащите. И с той стороны надо вести. Не высоко, а пониже вот сюда взять. Если особо там облокотить. Так, поднимай там вверх. Вот сюда вот давай. Все, теперь сюда, да. Да. Вот поднимай сюда, еще. Сюда. Еще назад. Еще назад. Все. Вот сюда, все, давай сюда, сюда. Все, пониже. Пониже. А вот это что? Нет, она будет. Во-во-во-во, толкай. Все, толкай. Так, и вот эту внизу. Вот эту внизу вот правильно. Вот эту крест-накрест. Тут крест-накрест достаточно. Вот сюда. Можно крест-накрест. Вот крест-накрест. Все, больше не надо тянуть. Стоп. Поставь. Вот мы и загородили. Да, комары это полезно. Да. Да, разжижение крови, это факт. Мини-пиявки. Так, вот это вот игровая площадка была. Вот после вот столика, вот так, висели большие такие как качели, они на них раскачиваются, тарзанки называются. Если бы он действовал, сегодня вот сколько бы лет уже было? Вот это вот футбольное поле, тут по одному столбу осталось. Вот это волейбольное поле, вот волейбольное. Остатки. Игра тут стояла. Ровная площадка, да? Да. Вот это называется Вавилонская башня. Так, надо посмотреть, как вы тебе это. Так, кто может, вот сюда вот перешагните, а кто не может, то сюда вот нажмем. Чтобы нам ничего не открывать. Давайте. Мальчики сначала, потом девочки. Вот, что, конечно, не открыть. Ой, тоже самород. Вот так, все. Все, заходите. Вот так вот острое. Дальше вот туда чуть-чуть, и вот здесь может быть. Комара, да? А ноги здесь. Пролазь. Давайте, давайте. Не-не, вот тут не надо, тут плохо. Вот сюда подуть, а ноги здесь. Не-не-не, все так же, только вот в этом месте. Что там? Зацеп идет. Дальше. Вот так. Ты уже должна была там быть у Игнатия Тихоновича. О, Катя, правильно. Что? Это не про меня. Ну а как? Вот. Вот. Про тебя учись. Вот сюда подвиньтесь. Вот сюда подвиньтесь. Чтобы вот это место. Вот так можно, да? Так.
Оп-оп-оп. Никакого запаха вообще нету. Не, там здорово вообще спать в этих домиках. И потом высыпаешься просто. Пускай пьет. За комиссию еще все чисто, ничего не было. Роман, да? Так, здесь вот настольный тенец и просушка. Тут все своими руками делали здесь. Вот вторая келья. Вот третья называется на кулине ножка. Налево. Ну да. Вот, а это кажется, такая колокола. Больше, да, кажется, на видео? Да. На видео все кажется больше. Один. Мы строили на молитву. Сейчас прибегут все. Все, должны все по ранжиру в ряд встать. Вот у нас ягода, мы еще не брали. И тут разные колокола, дети. Вот это убирается. А здесь что? Здесь коршуненок летал. Кормили. Мы возвращаемся, вот он летает где-то там, прилетает, садится, крылья 1.30 м. Там увидишь, придем, когда крылья. Это пекарня. Видишь, ничего не тронуто. Считали, что написано? Ну-ка. Сейчас скажу. Музей-комплекс для бедных лагерей. Во. Вот никак не зарегистрируем пока. Там келья, три келья подряд, смотри, ага. Вот келья. И это келья. И здесь келья. С той стороны печки жар подходит под низом. И вот труба. Посмотри, вот она выходит. Вы сами творите. Я сам печник. И вот здесь вот русская печь верхняя. Вон эта труба большая. Я 40 лет печником работал. Пошли. А, крепил. Святые где? Вон большая ртутная лампа, откуда свет шел. Тут все освещалось. Ветки убирали с лишнего. Вот это столовая. Вот где маленькие, это скамейки. Где вообще это... Вон скамейка одна сохранилась, а это стол. И когда они вмещались, а там он два стола. И в две очереди еще было. Ну, в среднем 108-109 человек было. Это все самостоятельно. Считай опять. Музей комплекс. Я сейчас сделаю так, а потом закрою. Вот сюда, выходите. Образовательный миссии в Камбодже. Вот здесь убрали надпись, написан лагерь стан, посторонний вход воспрещен. Вот сюда, выходите. Это полиция отсюда приезжала? Да, да, вот, да. Вот отсюда полиция видел, как да. Раз подъезжала. Узнал место, да? Да. Умывальник стоял. Выходите все сюда, побыстрее. Я закрою и дальше начну объяснять вам. Нам хочется распространить, чтобы люди другие знали. Вы закройте, я вылезу потом. Понятно. Вот большой бак. Это интересно как. Когда бак это делал, мы не знали, какой размер. 1.5 м. И привезли когда, он точно вошел до 1 см. Между деревьями. Там тополь, понял, упирается в него, вросло. Здесь береза. Когда сварили здесь, привезли куда ставить, он прямо так и сел. Полной воды отсюда тогда разносили. Вот кто подходит, опять написано, комплекс. Вот она где. Видишь? Почти куба, да? А вот это работали, дети пилили. Да, тут все. Ну и дальше все это видно дальше. Тут у нас разные лук, там все было. Теперь пойдемте посмотрим шалаш. Дети куда бежали? Бежали, куда это видно? Убежали, дети убежали туда. Знаете, строение, а там дальше уже по лугу. Везде детей арестовывали, когда дети держали в машинах и пить не давали, пишут. В жаре.
показаний вот этих. К моим детям никто не прикоснулся. Я их спас. Заранее мы потренировались, показывали. Видели это? Да. Ну вот тут они есть. Добавили. Вон туда. Воруют. Так, пойдемте зайдем в шалаш. Да, да, я понял. Они тренировались, они должны были сразу. Они уже копеты. Там не станешь, а толку нет. Я не буду открывать. Вот можете перешагнуть? Нет. Там гром молнии. Виталий, это тут ты первый раз разговаривал с Надей Тихоновичем? Ну, один из первых. Здесь, в этом шалаше? Да, да, да. Туда заходите. Да, да, да. Смотрите, дверь с окном. Ой, отсюда видно, Игнатий Тихонович. Ага. Ой, ой, какой он большой. Так, заходите сюда. Скажите, вы были в шалаше. Вот тут проходите. О! Шалаш какой. Ну тут не задеть. Распрямляйся, полный рост распрямляйся. Посередке иди, головой не достанешь. Здорово, здорово. Смотри. Вот здесь вот отложи, знаете, на эти ложатся доски. И 30 человек умещается. 30. Ингаляться травами, да? А? Ингаляться травами сухими. Да. Так, заходите, еще стоите-то, алло. Мы же открыли вам. Мы открыли, заходите. Давай, давай. Слав, только летит. Открыли дверь, ты что стоите? Там мы ждем же. Пчела, не пчела. Для кого? Готовы старались? А сколько тут за себе косили, привозили? Он непромокаемый. Он сел, Виталя. Вот смотри, тут даже... Кто сел? Да. А, я сел? Ну, я сел, да, я думал, телефон сел. Вон куда он, пройди туда, где Вячеслав. Потихоньку, потихоньку. Видите-ка, присядьте маленько. Вот здесь вот мы сидели, здесь расстелят. Не надо махать, тут еще нету этой. И здесь с детьми шли занятия. Вот был у Виталия, его тут отчитывали в этом шалаше. Он это знает. Вот сколько здесь, вот каждую вот эту палочку ее найди, ошлифуй, сделай, прибей. А вот это косили там, где мы ходили в лагу и на тележке возили. Здесь много, но многослойное. Ну там он вверху, там раздуло, надо заткнуть. Камыш это или нет? Это камыш и осока. Осока, да. Это вместе. И вот этим делом заниматься. Вот кому скажешь, ой, заниматься вам делать нечего. Понятие какое. Вот там около нас озерко, потом мы пойдем, когда в церковь, вы увидите. Ну я как-то прошел один раз, вижу, там доска лежит, широкая доска. Я говорю, а доска зачем? Ну это она, которая же развелась, женщина-то, а старшая дочь Катерина. Это она, говорит, взяла доску плавать. Ну, на доске как ты будешь плавать? Катерина, доска, плавать, а нету. Я пришел домой, я только доски выписал. Я сделал плот, у нас здесь есть плот, где мы были. Можно на нем поплавать потом будет, после крещения. И лодка завтра будет тоже плавать. Я сделал плот, 100, кажется, 64 бутылки под ними. 6 мешков. Ну, там 4 человека с велосипедом свободно можно ездить было-то. Сделал я обрамление, на той стороне пристань, скамейки. Призвал, и Катя, ты старшая. Вот ты хотела плавать, доска не годится. А там рыбачит моя сестра была и муж. Он смотрит и чем попало занимается. Он говорит, а ты бы стал делать? Никогда. Он говорит, в этом и разница вся. Я услышал желание ребенка. Оно может быть выполнено. В моих силах я его выполню. Чтобы ребенок был доволен, он всю жизнь запомнил. Я 45 лет с ними вожусь. А это своему ребенку не надо, иди, помолись отдельно. Мы вместе молились. И в лесу, и везде. Они знали, какие травы, от какой болезни. Я им все рассказывал. Если бы было плохо, дети бы не приезжали из года в год. Иногда 18 раз приезжали лет, 18 лет. Вот так. Я просто рассказываю о благодати Божьей, какую Бог дает. Так. Это вы за что держитесь? Я вот. Подожди-ка, центральный подпорчик. Я гляну. Центральный подпорчик дополнительный. Это Володя, наверное, поставил. Да, да, на всякий. Чтобы большой пролет подкрепить. Большой пролет подкрепить. Я просто протянули сюда. Да, ну ладно. Да. Ладно. Лагерь это нет, поэтому лагерь теперь потерял назначение. Это шалаш, только показать. Выходим, быстро уходим. Обед приближается. Я вообще не хочу есть.
Там мне интересно все. А он побывает хорошо. Все нормально. Так, вы здесь останьтесь пока, потом крючок скинете. Так, двери закрыть. Так, выходите. Еще кто? Виталий. Так, снимите крючок и прикройте. Все, никого нет. А теперь вот эту. Я сделаю, а вы перешагнете. Вот здесь перешагните. Уходим. Куда пошли? Куда? Ну куда ты пошла, миленькая? Совсем не знаешь, куда идти. Надо идти направо, а ты налево. По привычке, что? Вот дорожка, вон корова, мы идем домой. Здесь была дорога прямая. Все заработано, никого нету. Чтобы корову шалаш не ломали, приходится отгородить его. Каждый жертвы, то столбик, копать ямку. Вот посчитай, сколько тут всего, сколько работы. На одном этом. Вот эти столбы мы сами ставили. В лагерь-то электричество идет. Вот оно, гляди. А вот эти столбы идут в Корчино. Корчино, через совет где. Не туда. Влево, вот прямо идите. Сейчас, лучше ждите, когда мы пойдем. К коровкам сходим. Совсем неправильно. Вот идти надо вдоль столбов. Надо за Игнатием Тихоновичем. Ориентир, наверное, коровы будут. А это вот у него, не знаю, что так получилось. Горох с турепкой вместе. Все, да? Нет, что, она же работает. Никак, пока она не потухнет, сама. Снимай, да снимай себе. Она сама, да, останется. Вот это корни, зайдем от коровок. Коровок покажи, сейчас будет. Ну, сейчас мы туда и как раз идем. А вы не отгоняйте комаров, они полезные. Конечно, но это с непривычки. А потом, если ты бы пожила тут недельку, ты бы уже на них, ты бы потом уже на них внимания не обращал. Не обращай внимания. Так же, как и я. Вот там перед тополями мы шли туда. Вон. Да, мы вот так зашли. Да. Мы обошли вокруг и идем домой, сейчас обед будет. А ты за пиявки можешь рассказать лекцию? Да. Все, я у тебя беру. Для моих родителей они не понимают. Да я в детстве сама это ловила пиявок, ставила себе на руки. 12:40. А сейчас в обед. Есть медицинский спальник. Мы как раз подойдем. Специальный. Да, правильно ты пишешь. Банку трехлитровую с собой иди купи маме. Он дает что-то такое против свертываемости крови. Да, герудин. Он очень полезный. И еще 200. Комар. Да, и комар. А пиявки 200, разный фактор, все до одного полезны. Да. Ни одного заражения не было от них пиявки. И, в принципе, там сразу... Давайте маленько левее возьмем, чтобы обойти, потому что заросло. Мы коровью тропой пройдем. Особенно малярия. Хорошо, коробка. У тебя цифры-то бегут, проверяй все время. Все бежит. Вот ограда пошатнулась, а поправить некому. Чешется. Тихий час у них. Там барки должны где-то быть.
Крючок молодой. Но не, это ой, не сломанное? Да, да, да. Когда начинали восстанавливать по Теряевку, мы уже не знали, сколько людей приедет. И вот это была столовая, но ширина стола 1,80 м, чтобы можно было на них от дождя спрятаться. Пойдемте склады посмотрим. Во! Это красиво. Вот видите, тут не были, и вот оно что делается. Пожалуйста. Вот сюда загляните. Посмотри, еще запасного. Сколько кителей. А сюда глянь вдоль. Посмотрите. Сколько всего. Поглянь кверху, подушки, посмотри. Вот, шинели. Одежда. А дальше вот сюда вот загляни. Вот. Здесь разные книги, библиотеки, что хочешь. Это готовились принять людей где-то, сколько было. Тут всякая литература. Вообще вот такая древность такая, да? Хорошие божественные книги. Святых отцов. Это раритет. Так, выходим потихоньку. Ну, в войну как будто бы, да? Ну, да, да, да. Да, типа того. Два погреба большие, каменные, с бетонным покрытием. Представьте, что это надо копать. Это бомбоубежище настоящее. И все это, вот это все, все с нуля. Я один раз привез такое стекло, где-то около 15 тонн. Стекла только, да. А откуда это вам выпустили? Где вы? А это зеркальная фабрика, вот такие вот обрезки, она толстая, ага, хорошая. Ага, и там у нас стекло лежит, сейчас еще не зарасходовали. Вручную. Вот вход в подвал. Вот он остался, все закрыто. Вход в подвал. Пойдем, ты тут все хранилось. Сейчас все, он потух, да? А алло, это потух. Первая избушка, сейчас, которую сделали из пластов земли. Это же кто желает, может заглянуть сюда, даже туда. Положи. Вот сюда, заглянуть направо. Так. Загляни туда, если можно. Что там? Так. Посмотрите. Да, первая. Тут тоже древная тема. О, там вообще ничего не видать. Войну, да, 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 такое впечатление. Ой, капканы, гляньте сколько. Надо привыкнуть как к темноте, потом все видно будет. Так, а так ничего не видать. Малина у вас поздно, да? Да. Начинает разрывать. Я уж собирала у себя. Вот это теплица, не купленная, своими силами. Вот это вот сооружение, вот сюда подойдите поближе. А, это сюда поближе все. Называется балерина, а-а-а, трехэтажная балерина. Что, башня, летняя резиденция Игнатия начальника. Первоначальник. Тоже думали на втором этаже, сплошные балинары приняли. Вот это вот у нас лаба, продукты. Мы можем прокормить, допустим, лето, ну, 70 человек бесплатно. Справа тестомес, тесто месите. Две русские печи, мы 100 кирпичей, которые это, хлеба могли давать в один день. Своими силами. Видите как, там голубятня у меня была, и однажды залез об колонок, 6 пород было, все выскоблил. Петя зашел, голубя распростерся, все мертвые, заплакал. Колонок, повторю. Тут идем дальше. И до верху доползал этот хорек. Ну все, что я делал, сделал, ушел. Вот это открыто дальше, это баня. Шарик. Самый веселый пес.
Самый добродушный. Собака. Так, маленько осторожно, чтобы он за ногу не тяпнул. Так, не подходи к нему, не надо подходить. Но, шарик, ой, шарик. Ну, чёрт ты. Маленько осторожно, отходи. Мы тебя давно знаем. Так он вроде вообще не кусается. И вот из города привезены были вот эти вот кольца. Вот он вытащил, да, бедный хер. Смотри туда, подойдите. Это все надо копать было вручную. Вручную. Фу, вот жара что-то мне прям плющит. Он вырвет их. Да, я. Да. Кошку налить. Фу, очень жарко. Вот посмотрите, давайте заглянем сюда. Вот он. Все, подойди сюда, поднимем вдвоем. Мужчины, подойдите. Как интересно сделано было. Давайте вот так вот. Вот видите? Смотрите, вот держи так. Вот эти вот кольца, вот они, метровые, привезенные из города. Ну, чтобы там воды было больше, кольца большего размера. Но это, который меньше, оно же туда рухнет. Поэтому сделано вот это кольцо железобетонное. Вот. Чтоб не провалилось. Вода качается. Сейчас я включу только, и вода потекла сразу. А уровень-то какой воды вообще здесь? Стандартный, под землей. Сколько-то воды? Я не знаю там сколько, но... Вот она там, видишь, там больший размер. Ни у кого потеряйки такого нету. Но это ведь не ктива. Вот она даже железобетонное кольцо было брат взял. Давай, натянем. Верхние слои. Ну, да. Тут кивавить это, Игнатьевич. Стой. Вода. Подверни сюда. Пищевая. Как-то не питьевая. Ну, конечно. Грунтовая вода, она считается не питьевой. Но мы пьем ее. Но нет, если ее процедить, вот. Я имею в виду сразу. Вот видишь, сразу пьем. Питьевая вода. А ну-ка, подожди сейчас. Тем более, они тут делали какие-то пробы. Переверни по рюкзак. Ну-ка. О, вода пошла. Ну кто хочет, попей. Сейчас я их. Кто хочет, подходи и пей. Подойдите, попейте, скажете, пил, потеряем сколько колодца. Вкус прям такой, конечно. Подходите. Предельно будешь природный, скажешь, настоящий. Я пила. Вода из музея самого редкого в мире. Это... Екатерина, была, нет тут? Да. Расходи, чтобы не жалеть потом. Ну как? Сами давайте. Давай, пей, я еще сделаю один одно фото. Игнат Тихонович, давайте вы сами. Давай. Жбейте, я выключаю. Ну ты там это обрушишь аппарат. Ты что делаешь? Нет, все под контролем, Игнат Тихонович. Все под контролем. Факт. Вся жизнь так. Под контролем. Игнат Тихонович, соединяю. Игнат Тихонович. Не надо, не надо, брось, все. Сами не надо, чтобы видно было, что ничего не качает. Ага, все понятно. Вот мы зашли. Дальше пойдемте посмотрите баню. Все с нуля. Вся жизнь под контролем Бога. Будешь спорить? Вот она. А? Колечко, которое там Наташа. Здесь. Здесь мешок присоединяем и тянем. Вон кольцо, которое вверху. Ага. Посмотри, я говорю. Ты, а? Ты просто не раздевай, что я говорю, ты снимай, говорится. Так я вас снимаю. Свою, а тут вверху. У нас один поставил, и все. Занятие, которое шло, никто не видел. Он это направил на матню и показывал. Это вообще. Разоблачил себя. Самое, говорю, что драгоценное. Ой-ой-ой, брат. Заслушался, наверное, заявление. Покос. Это покос. Да. Так и есть. Вот я стою, видите? Рост выше. Трава какая. Это вообще. Да, я и говорю. Ты найди где-нибудь траву в горах-то, которые там. А как там она называется? А вы все смеялись играть в костер. Костер? Да. Тут наша баня. Давайте сюда, зайдите. В прятки тут поиграемся. Я в баньке даже мылась. Какая у нас баня?
не разрешили. Да. Это все пол опускаем, так проветриваем. Какие ваши эти ласточки? Ласточки. Сегодня нет. Вот, вот она, ласточки вот на гнездо. Ласточка, а, вот. Да. В храме было. Загляните в баню. Какой бачок? Надо будет скоро менять все это. Да, ну маленькая такая. Как у вас? Не, хорошая. К одному. Это сильно низко. Нет, там все так гасит. Это ж так, это чтоб тепло. Быстренько. Это своими руками делать надо. На ровном месте. А то говорят, вот страна. Справка нужна. Пусти это на ровном месте. А так на вид оно выглядит. Вы тут моетесь? Сейчас? Только. Да. Ну, сейчас я стою перед вами. Нет, нет, в субботу ванный день. Ванный день. Но так как в субботу мы заняты все, мы вчера и скопили. Вчера я и ходил. Чего вы нас не дождались? А зачем ждать? Так тоже пойдем в баню. Если надо, так мы это можем сделать. Женский день, баны нет. И мы так можем пруд заказать. Есть, зачем баня? Пруд есть, зачем баня-то? Да косточки ну, пожарим знаю, немножко. Это сток воды. Пруду искупаешься. Яма, воды, нет, воду, купаться, чтобы стекало. Вот запасные доски. Я вам все показываю, чтобы вы увидели, как радостно в деревне жить. В деревне жить очень приятно, все время в работе. Летом, а да, наши зимой. Братья, посмотрите, работают. Что зимой? Зимой тоже. Школа, да, ну перестань, натопил. Почему, чтобы выйти надо? Как вы его назвали, скворечник? Да. После каждого снегопада. Надо ехать на Аляску. Лайк. Лайк. Считай, что написано? Идет видеозапись. Для интернета. Это центр Останкино? Да. Мир этому дому. Мир дому, да. Так, вот память, вот написано 1774 год. Ой, вот это да. Каждому разрешается позвонить. Смотри. Это что, какой мелодичный. Да, просто. Да. Уши, уши не надо затыкать. Подходи сюда. Это лечение. Так, ну подходи, Алена. Екатерина. Как подходи? Подходи. Давай. Давай. Позвони. А вот смотрите, коршуненок, который у нас был, его звали Коря. Коршуненок Коря крючконосый, не боялся ничего, и вдруг любознательность его заносит на последний и смертельный круг. Мы молились, а он в это время улетел с грачами. А когда вернулся, дождик моросил, и он сел на поворотном столбе и крыльями замкнул провода. Вот его крылья. Да, да, и вот, да, тоже. Вот. А у нас тут везде крылья и рога разные, тут музей вон целый. А рога зачем? А показать, чтобы... Рога... Что за провода, кто задевает рога? Вот, что бывает? Вот этот рог, якширский бык был, чуть не забодал нашего старосту. Он катал его там, и все, прорвал тело, и туда вместе с травой все зашло. Он пошел с собой, никакого не взял, ничего. Так, вот здесь я срезали рога сразу, покажу только вам, смотрите. Сюда. Поближе, я открою вам. Таня, подожди, стой. Это мое жилье. Мое жилье. Вот налево, вот здесь, вот это у меня компьютер стоит, вот оно. Это моя направо постель. Если надо будет, отдельно потом придет и ну, показать просто, да, да. Что где я нахожусь. Здесь я сплю. Здесь утренние, вечерние, ночные молитвы. Здесь связь прямая с Богом. Посмотрите. Это место очень известно. Тоже на пустом месте начинаю делать. Из бруса. Вот она даже видно. Из бруса. Вот, брус вот так. Каркас брусовый, да? Ни каркаса никакого нет. Брус с брусом. Брус. Брус. Соединяется. А теперь посмотри книги. Вот они. Вот. Видишь?
Теперь загляни да, дальше туда. Давай заглянем. Сюда. Вот сюда, встань отсюда, увидишь полку? Посмотри так. Вот здесь столы. Смотрите, и столы. И вот здесь внизу скамейки. Вот здесь одновременно я могу принять 60 человек за стол. Свадьбы играли здесь. 60. Пресс-конференции когда? Ты не гляди, что маленькое пространство. Вот 20, 20 и там 20. И на все столы, вот они стоят, столы. Это подъемные где. Вот книги вверху. Это остатки, вон. Видишь? В стене, погляди вот сюда поближе. Там не видно, вон уже, видишь как? А это тоже книги? Это тоже книги, но это уже не наши книги, а... Сейчас посмотри, что тут такое. Хорошо упаковано. Евангелие. Новый Завет, да. Две. Давай. Великий, кому нужны Евангелия вот такие маленькие? Здесь Новый Завет, как у меня. Да, да, да. Читай карман. Можно это в поезде раздать. В поезде берите, кто сколько утащит. Набирайте. Это все у нас Евангелие. Только в окрестных деревнях, в окрестных. Мы раз... Так, вы там не разговариваете лишнее. Потому что то, что говорите, вы скажете в любом месте. Мы раздали только в окрестных деревнях больше 30 тысяч Евангелий. Вот благовестие. Держи. Берите. Три, у меня еще же есть книги. Ну, все? Насытились? Уходим. Так, кому нужно будет потом Новый Завет книги, подойдете. Да. Считай, что написано. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Везде надписи. Вы Надежде Васильевне были? Нет. Нет. Кто у нее не был? Пойдем сейчас попутно. Пойдемте, вы увидите, сколько надписей. Там крылья, крылья каждый везде. На прощание сороки, цен... вороны. Каждый на прощание. Чайки. Можно в бедности жить. Интересно. Интересно, звонок. Я всегда в молитве прошу, чтобы мы в бедности были благодарны Богу. И можно жить красиво и интересно. Так, мы сейчас к Надежде Васильевне зайдем. Пойдемте. Вот, напрямую. Мы зайдем, вы посмотрите у нее, сколько надписей. Все слито с природой, хорошо, да? Прям все слито. Не в противоречии. Я не знал. Не, мы уходили, она отдельно подведет вас. Ого! Вот это да. Все. Это ее огород, ее владение. А вот смотрите, какие качели сделаны были. Тут размах такой был. Веревки там порвали заново. Вот. Давайте, кто хочет покачать? Я. Идем. Садитесь двое на эту качель. Так, а вы сейчас раскачиваете. Со мной кто на ту двое? Я с вами. Давай. Ну возьмите, я снимаю, не могу. Еще одного давайте, кто? Вон туда бы положили вот за, на эту штуку. Фотография. Сюда, сюда смотрим. Сюда. Чуть. Ногами сюда, ногами сюда. Что не так сильно? Сюда, 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 сюда. Вот так. Вот. А, на вдруг мы придем. Все, так просто. Меня уже закрасили. Все, ноги поднимайте, обнимайте друг друга, не со, за землю не задевать. И послужил. Иди спокойно. Давай еще. Вот и боженька нас так же, когда вы это правильно. Это Шиперева! А, это со специальным эффектом. А что я их тебе? Что ты там так? У меня руки надо. Значит, нас как раскачивает. Держись, держись. Надо соединиться.
Специальные крапивные качели. Ракиль, юбку придерживай. Ракиль, юбку придерживай. Да я не до юбки. Да, не до юбки, у меня тут книжка. Вот что еще надо, да? Да. Женщинам, что еще надо? Кататься, да и что, в любви у Христа за пазухой. Екатерина, надо сюда, если катаешься, то все забыл. Мне уже страшно. Ой, хватит, ты хватит. Елена вам тоже подъем. Че, ты даже ноги не это? Тебе внимание смотри. Так, все, не качай больше. Давай, мама, садись. Почти соединились. Отдай, фотоаппарат. Оба! Так, смотри, вот для детей отдельно. Там он где стоит, а самоподъемник поднимается. Нормально. Турники разные. А столбы-то какие мощные. Посмотри, сколько бегает. Там же это... Подшипники. Не качаются. Чтобы не упало. Давай, держи. Слав, ноги, козырек, Слав. А выше сделай, ага, вот так. Ау. Сажай того, кто не качался еще. Там тарзан. Там может быть один, два. Не страшно. Ногами и... Надо, не страшно. Ноги не мешай так. Не страшно, не трусь. Ничего. Ты со мной, ты меня возьми. Да, муж рядом. Я реально боюсь. Чего не нужно бояться. Не надо! Все, я тебя держу. Да? Доверься. Не, Слав, не надо. Ну, доверься. Но это же не американские не горки. Не надо, пусть раскачивается, Слав. Да, не нравится, как. Так тут не страшно, Катюш. Как меня и Катюш. И вот это вот, они садятся, оттуда, вот, слышь, между ног вот так вот, и оттуда летят туда. Как тарзанка, да? Тарзанка. Она больно низко что-то. Ну, дети. Надо как раз делать, чтобы оттуда доставать. Давайте вас подождем. Я сейчас писал, потому что, видишь, они ее перетерли об железо. Ну, давайте вас прокатим. Не надо. Ну, Тигр, что-то аттракционную площадку у вас, да? Он уже накатался. За свою жизнь. Накатался. Спаси Христос, Игнатий Тихонович. Считает, что цыплят по осени, да? Да. Ну, как раз мы промяли, и за полка. Чуть-чуть энергии потратили. До самого дома какая-то провожает. О, как у нас машина дома тоже такая. Вот этот дом, который Алексей построил. Это очень дорогой дом. Его нельзя фотографировать. Да? Почему нельзя? Деньги просить будет. Вовнутри, он говорит. Придумал мне для этого. Настолько прийти мне. Я говорю, я же участник в этом деле. Пятизначными цифрами сыпал туда. А он снял. Может, не хотел, сказал только так. Сказал потом. Да. Сейчас на лестницу там снимем. Смотрите, сколько грачей везде. Грачей. Да. Поведи. Мы видели прям молодые грачаты. Я тоже где он служу в этом замечании. Полков. Президентский полков тоже. Только он, да, тоже. А он где? А он там где президент? Он Алабин. Он Алабин, он в этом. Он на лошадях там. Да, справа он в этом вакансии. Да, тут песок. Он тоже. Да, все вообще, да. Ну да, да. Так, все, заходим обедать. На обед. Так, эти коврики никуда не портят. Коврики. Нет, мы не будем портить. А?
Мы просто рейки по краям сделаем и все, чтобы она не уплывала. Так, заходим. Проще за стол. Стол поведешь отдельно. Так, сестры, помогайте.